Здравствуйте, я в прямом эфире на своем же канале, канале Натальи Разумовской. И сегодня мы будем говорить о вещах, которые приносят удовольствие. Что же нам может принести удовольствие? Неожиданный поворот судьбы. Какой именно? Вдруг ты идешь и смотришь, продают лотереи. И думаешь, ну почему бы ее не купить? Она там стоит небольшие деньги, а вдруг я куплю лотерею и выиграю. Совершенно не надеясь на выигрыш, вы покупаете лотерею и вдруг, проверяя ее, вы прыгаете до потолка и говорите: «Я выиграю». Только вы не соответствуете всему тому, что с вами происходит. Почему вы выиграли? Почему так произошло? Я сегодня расскажу вам три правила. Я бы об этом не говорила никогда, потому что я не любитель таких тем. Но сейчас очень тяжелое время для всех. И поэтому, если каким-то образом человек получает выигрыш, и этот выигрыш дает ему шанс на просто жизнь, я не говорю богатую жизнь и там миллионную жизнь с миллионами, я говорю на просто жизнь. Сейчас даже такое будет приниматься в радость. Какие правила всегда соблюдают люди, которые играют? Первое правило. Покупать лотерею нужно на полную и растущую луну. Люди, которые покупают на убыльную луну, никогда не выигрывают. Это может быть там выстрелить какая-то там единица, которая может выиграть на убыльную луну. На убыльную луну все уходит, все теряется. А запомните раз и навсегда. Если вы решили для себя именно такой вид помочь своей семье, себе, то сразу посмотрите, убыльная или какая луна сейчас. Новая луна подходит, растущая и полная луна. Полная луна – это самое идеальное. В это время меняются циклы жизни вообще. Очень многие мне рассказывают, что на полную луну сон даже теряют. Энергия появляется какая-то необычная, хочется все что-то делать, какие-то события, чтобы произошли, интересно, хочется жить. Запомните, луны, выигрыши – это первое правило, которое вы должны соблюдать. Второе правило. Сейчас я вам скажу те числа, которые предположительно они должны быть выигрышные. Потому что всегда, когда в моей судьбе происходили какие-то такие значимые события, это всегда касалось этих чисел. Сопоставьте сейчас ваши события жизненные с этими числами, которые я вам скажу. Если у вас так же само в эти числа происходили приятные для вас события, то значит мы с вами на одной волне. Но не только. Это значит для нас эти цифры значимые и удачные. Их тоже нужно запомнить. И когда идешь даже на работу, устраиваться, посмотрел, что там у меня в числах. А, нет, сегодня не пойду. Пишите или потом запишите те цифры, которые я назову. Это цифры, в которые удачно бывает. Люди выигрывают. У меня много информации. Вы же понимаете, что я общаюсь с миллионами. И я за всю свою практику очень много людей. И каждый что-то мне рассказывал. А для того, чтобы все сопоставить, как все это происходит, это же не тяжело. И потом свои еще знания пригодились. Записывайте цифры. Единица – это всегда лидерство. Это всегда победа. Первое место – единица. Тройка.
Тройка, вы знаете, тоже Отец, Сын, Святой Дух. Но на третье число, я вам сразу оговорку, это не будет большой выговор, выигрыш. Это не будет. Это будет среднее для того, чтобы штаны поддержать. Тройка – это покровительство Святого Духа, и поэтому ждите огромных прибылей. Но, тем не менее, выигрыш всегда будет. Дальше – пятерка. Это цифра удачи. И 5 числа любого месяца все дело в цифрах. Мы с вами уже много раз складывали эти цифры, отнимали и понимали в конце концов, почему так происходило вокруг нас. И все это было правда, так же? Запомним, пятерка. Следующая цифра – 7. Это тоже значимая цифра, семерка. За 7 дней Бог создал землю, и здесь уже без оговора. Семерка – это удачная цифра, но не всегда. Все знаете, вот когда даже я прошу назвать цифры, мне нужно карты достать. Все называют 3, 7. Вот это цифры просто, знаете, на слуху. Поэтому так относитесь к семерке. 11, 2 единицы. Ну, посмотрите, лидерства хватит одной единицы, а тут 11. Тоже цифра, которая позволяет вырываться вперед. Следующая цифра – 15. 1 и 5 – лидерство и удачи. Вот выберите для себя ту цифру, которая откликнется ваша душа на нее. Вы посмотрите эти цифры, и какая-то из них у вас так… Ой, вот это мне подходит. Вот это мне, вот я чувствую. Почувствуйте, учитесь, учитесь это делать. Еще одна цифра, 17. Тоже. 1 – это лидерство. 7 – создание Земли. И еще цифра 25. Пятерка, умноженная на 2 – 2 пятерки. 2 пятерки. То есть цифра 25 тоже удачная. Цифра 27. 2 и 7. 2 семерки. Тоже хорошо. И 31. Но я вам говорю, что увеличится ваша, скажем, возможность выигрыша, но это все равно там, где присутствует тройка, не думайте о... Ну, вы знаете, другому человеку и такого выигрыша душа будет радоваться. Поэтому я выбрала те цифры, которые действительно помогают для того, чтобы у вас все получилось, если вы задумаете пойти таким путем. Выбирать билет нужно левой рукой. Это желание от сердца. Но никто не знает, какие слова нужно говорить перед тем, как выбрать билет. Если это лотерейные билеты, ты можешь рукой ее доставать. Левая рука. Если это компьютерные игры какие-то, я даже не знаю, я в это не вникаю. Я просто вам говорю, что левая рука, то есть от сердца. Правая рука, это понятно, она у нас работяга, она работающая, а левая, почему мы ничего ей не делаем, потому что она идет от сердца. А сердце перенапрягать нельзя. И поэтому она у нас как чародейка, волшебница. Она делает только колдовские дела. И если вы хотите выиграть, то лотерейный билет нужно доставать левой рукой. Или доставать, или писать, или вот что. Может, коряво у вас получится. Но зато это первый шаг к выигрышу. Какие слова нужно говорить для того, чтобы выигрыш пришел в ваш дом, ну, к вам в руки, скажем так. Запоминайте, вы нигде это не найдете. Прошу тебя, сына князя Славена, помочь мне.
тут же креститесь. Аминь, аминь, аминь. И только тогда говорите «выиграть». Все. Не может быть для выигрыша длинный заговор. Есть ритуалы, которые в преддверии выигрыша. Есть такие, для того, чтобы подготовить себя к выигрышу. Но если вы уже стоите перед дилеммой покупки лотереи, то знайте эти слова. Это немногие узнают. Те, которые подписаны на мой канал, я выдаю такие секреты, о которых никто не знает. И поэтому я хочу, чтобы эти секреты помогли именно вам, тем, кто выбрал мой канал и подписался на него. Я буду давать вам такие заговоры, которые будут вашу жизнь менять полностью. Еще раз читаю. Я писать его не буду. Я не хочу, чтобы читали все. Эти слова вы только можете на слух принять и потом записать сами. Как вам распорядятся? Если вы запишете правильно, значит, они сработают. Еще раз я вам говорю. Прошу тебя, сына князя Славена, помочь мне. Аминь. Креститесь. Аминь. Аминь. Выиграть. Все. Это вы должны прошептать перед тем, как взять лотерею. Призвать эти силы, чтобы они направили вашу левую. Не забудьте руку достать эту лотерею или вот что-то написать. Я не знаю, кто сейчас играет. Я не игрок. И поэтому для меня это непонятно. Я имею свою помощь. И поэтому для меня не нужно все это, и я категорически к этому отношусь, хотя вы же сами понимаете, мне уже не один раз предлагали, давайте сделаем, а половина выигрыша ваша. Ни разу, никогда я это не сделаю, и я по этому поводу спокойна. У меня свои принципы, у каждого человека свои принципы. Я вам даю возможность, пользуйтесь. Еще какие осторожности. При том, что вы вот это все будете делать, вы должны не иметь плохой кармы, ни родового никакого проклятия. Это серьезные вещи. Вот мне так всегда интересно бывает. Я хочу выиграть лотерею. Я только за. Я всем желаю удачи. Мне какая разница. Выиграет человек, за него только можно порадоваться. Слава Богу, что ему помогли. Но вы должны понимать, что любое действие на прибыль учитывает то состояние кармы, которое есть у вас. Если у вас в карме крест, о каком выигрыше можно говорить? Это недопустимо, это невозможно. Кармические долги нужно убрать. Если есть родовые, если есть свои, все. И когда я говорю 5 хороших карт, карма у вас шикарная, вы ее защитили, тогда вы можете со спокойной душой делать то, что вы хотите. Есть у меня такой талисман на выигрыш. Есть такой талисман. Если вы захотите, и ваша карма, как я говорю, будет приведена в порядок, и еще у вас будет вот так, как у меня одет талисман, именно есть талисман на выигрыш. Это единственный такой талисман, который есть, при котором выигрывают. Соблюдайте все правила, и я думаю, у вас все получится. Потому что если бы каждому давался выигрыш, но это было нереально, и вы бы сказали, это неправда. Дается тому человеку, который привел свои кармические долги в порядок, и за это получил награду. Я желаю вам получить эту награду, потому что каждому человеку хочется. Честно говоря, и мне хотелось бы. Но у каждого есть свои принципы. Кто-то может это делать, кто-то нет. И слава Богу. Главное, чтобы у вас все получилось. И те правила, о которых я вам сегодня сказала,
вы запомнили и делали шаги к тому, чтобы получить этот выигрыш. Получите, хоть напишите, скажите: Наталья Васильевна, все получилось. Начинайте с маленького, а потом поймете, как делать большое. Договорились? Удачи вам. Я вам ее желаю. Прямо сегодня, прямо сейчас выигрывайте. Пусть выиграет. Пока.